jamais. Passengers and cargo only. Civil. Est-ce qu'ils ont volé sur Brazzaville? Oui, Brazzaville, les Italiens. Ни одного рейса не делали. Мясо? С водами. Oui, oui, c'est bien. Наша линия была как раз в том, чтобы не вникать в детали этого следствия. Это не была моя задача. Моя задача была освободить людей, и мы добивались политического решения о том, что наши люди должны быть освобождены. И этого мы добились. Это был Михаил Бочарников. Как настроение? Они все были, ну, вы понимаете, какие у них глаза, или они обкуренные, или, ну, в общем, в наркотическом состоянии все были. И нас, как скотину, это, за шиворот и повезли. А на попытку, кажется, массу такого запланированного боевой операции с целью... Они деньги. И все эти 22 суток мы сидели практически без всякого конкретного обвинения. Я считаю, что то, что нас в таком короткий срок из африканской страны освободили, является фактом того, что нам просто не было конкретно возможности, доказательств вменить какое-нибудь, как кажется, отклонение международных норм и какое-нибудь конкретное обвинение. Они сюда не пришли, они отказались от конференции. Двое остались, а еще двое.